Выставка товаров Корейской Народно-Демократической Республики открылась аншлагом во Владивостоке. Участников и гостей мероприятия поприветствовали председатель Комитета по содействию международной торговли КНДР Ким Чхольгю и губернатор Приморского края Олег Кожемяка. На прошлой неделе состоялся исторический визит нашего руководителя в Пхеньян, где совместно был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой, которая открывает широкие перспективы для нашего двустороннего сотрудничества, для укрепления мира и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И, безусловно, он открывает широкие перспективы для обмена культурными, спортивными, историческими миссиями, которые у нас динамично развиваются и после подписания этого договора будут развиваться еще лучше. На выставке представлено 60 стендов с продукцией легкой промышленности, включая продукты питания, косметику, одежду, строительные материалы и фурнитуру, игрушки, товары для дома, мебель, сувениры, посуду, музыкальные инструменты и аксессуары. Выставка товаров из КНДР проходит на территории манежа «Тигр» стадиона «Динамо» до 30 июня. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.